Ой, ладно, пойду починю фару, которую Саша сломал, Шора доломал. Только возьмут покататься, сразу же ломают. Да еще и пластика нужного нету. Ладно, буду что-то думать. Ой, скучно. Чем бы мне заняться? Ладно, позвоню Арсению. Так, если вот так вот прикрутить, наверное, будет держаться. Боже мой, да кто это еще звонит? Ага, ломатель. Да, Жора, привет. А, ты чем-нибудь занят? Да ничего, моцик ремонтирую. Фару пытаюсь починить. Ну, приезжай, не помешаешь. А, окей, круто. Все, уже выезжаю. Давай. Хорошо. Ладно. Прикручиваю. Ой, наконец-то. Сейчас я, скорее всего, за минут 20 быстро до них докачу. Ой. Окей, все, надо выезжать. Ой, наконец-то я добрался до Саши и Арсения. Арс, открываю! О, Жорик, открываю. О, ништяк. О, здорово. Привет, Жора. Арсений, слышишь, пошли в басике покупаемся. В басике? Блин, надо воду проверить. Ну, пошли посмотрим. Вчера ж холодно было, наверное, вода остыла. Ну да. Чё, Жора, как доехал, нормально? Да нет, пока до вас ехал, у меня произошла большая беда. Что случилось? Да я тут такого натворил, что не знаю даже, как это родителям Арсения сказать. Жора, что случилось? Чё, Арсений, я свой новый телефон разбил, иди посмотри. Покажи. Вот, смотри, как я его разбил. Это как ты так умудрился, как он должен был удариться? Я когда с тобой договорил, я его положил в карман, он мне в карман не попал и вылетел, и на дорогу. Офигеть, а с другой стороны хоть не разбился? О, я даже не проверил, уже будут проверить. Главное, его еще раз не уронить, Арсений. Теперь мне точно большой разговор от родителей. Кабзда, Жора, ну ты и попал. Блин, ну вода такая, прохладненькая, купаться не вариант. Ну да. Так чем займемся, Жор? Я даже не знаю, что придумать. Это ж так мне не повезло, Арсений. Под конец лета разбить телефон. И прикинь, я скоро уезжаю. Чё, вы уже уезжаете? Угу, мы сюда ж только в Беларусь на лето, Арсений, приезжали. Точняк, а когда вы уезжаете? Через 3 дня, всё, пока. Так нам надо тогда финальные покатушки устроить. Как без них тогда? О, покатушки? Покатушки я, Арсений, люблю. А Саня, Арсений, где? Покатушки 2 мне интересно, 3. Это уже гораздо интереснее. Так Саня к другу пошел. Какие покатушки втроем? У нас только 2 моцика. О, ну хорошо, тогда давай. Я на твоем, а ты на Санином, потому что я на сцеплении плохо езжу. Ага, на моем. Не-не, на моем я тебе не дам. Еще не хватало, чтобы ты мне еще раз фару сломал. Блин, так какие покатушки? Мне даже не на чем покататься, Арсень. Блин, ну и что делать тогда? Кататься-то хочется. Ладно, все-таки давай попробую на Сашином поехать. Может, у меня и получится. Давай. Пошли попробуем. Пошли. Ладно, я пока пойду возьму мотоцикл. А я шлем. Давай. Где мой шлем вообще? Там где-то. Ну все, Арс, я готов. Я тоже уже шлем взял. Давай, выкатывай. Это еще что хорошо, Сани нет, Арсень. Ну что, поехали? Поехали. Подсос открой, краник. Это что это такое? Кто там в моем шлеме сидит на моем мотоцикле? Стоп! А, это ты, Жора, я не понял, что это ты тут в моем шлеме? Ну-ка, давай-ка снимай его. Ай! Саня! Блин, Арсений, наши покатушки с тобой обломались. Я не понял, что это, Жора, ты еще на моем мотоцикле? Давай это вот, домой кати, назад его.
Давай, давай, Жора, кати! Вообще уже обнаглели без моего разрешения. А чё это вы решили покатушки на моем мотоцикле без меня устроить? Тебя не было, Жора сказал, что уезжай через 3 дня. Мы решили покатушки последние сделать. Ты чё, реально через 3 дня уезжаешь? Да, Сань, через 3 дня. Я думал, мы с Арсением покатаемся. Мне кажется, теперь не на чем кататься. В смысле не на чем? Я вообще-то тебе свой моцик средний дал. Где он? Где-где он? Дома у меня, я ж не знаю, что мы будем кататься. И я на велике приехал. О, Жора, так это, тебе же до дома недалеко ехать. Сгоняй на велике до дома, и вот на моцике приедь к нам, и по катушке устроим. Ну вот-вот, и решили. Только шлем не забудь, я тебе свой не дам. Давай только быстрее. Ладно, ладно, пацаны, я поехал. Где же мой моцик? А, я вроде бы его за дом поставил. А вот мой моцик. Так, нужно быстро к пацанам обратно ехать. Вот другое дело, сейчас и покатаемся. Блин, ребят, у меня такое ощущение, что у меня колесо сдулось, пока он ехал. Может, подкачаем его? Я видел, сейчас подкачаем. Сейчас мы быстренько подкачаем, не похоже то, что ты его пробил. Надеюсь, что так и есть. Ну теперь можно и поехать. Сегодня будут самые крутые покатушки. Давайте, поехали. Поехали. Я готов, давайте. Меня подождите, куда это вы там уже собрались? Ну чё, пацаны, как? По лесу накатались? Да, давай еще куда-нибудь рванем. Поехали туда, пацаны, там классная дорога.
Ну что, пацаны, классные покатушки получились. Мы уже что-то долго катаемся. У меня сейчас бензин как будто закончится. Давайте, пацаны, разворачивайся, еще домой минут 20 ехать. Окей. Что, Жорик, заполнишь эти покатушки на целый год? Да, Саша. Как приедешь в следующем году, возобновим покатушечки. Окей. Ну, если я, конечно, моцик не продам свой средненький. Возможно, ты уже, наверное, с него и вырастешь. Вот блин. Ну ладно, ребят, вы были на канале Брошоу. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.